Пауль Фенц, участник чемпионатов Европы, чемпионатов мира и Олимпийских игр 2018 года, где, кстати, в Пхёнчхане он в итоге был 22-м. В прошлом сезоне все только и говорили о его произвольной программе, даже больше о его костюме. У него произвольная под музыкальную тему из сериала «Игра престолов». И он решил эту произвольную оставить и на этот сезон, а вот короткую сделал новую. Композиция называется «Blue Skies». Спасал Максель. Видно было, да, уже по его положению в воздухе, что его так начало разбрасывать. Но молодец, поймал выезд. Опытный спортсмен. Четверной тулуп, тройной тулуп. В итоге всего лишь 3-3. Стоимостью этого каскада он, конечно, будет проигрывать конкурентам. Потому что Лутц тулуп стоит 10,1, а здесь 8,4 квази. Знаете, иногда можно выигрывать качеством элементов, за счет которой ты будешь получать надбавку от судей. Для этого надо быть Джейсоном Брауном. О, да. Головой ударился, да? Так схватился за голову. Когда так проскользил, да, и перешел на голову. В дорожке шагов он практически на ровном месте упал и потом схватился за голову. Ну, вроде ничего, все нормально, докатал. Да, неприятно, конечно.